ешь, ты ничего не ешь. Очень хорошая вещь. Ну, я уже достала. Все, выпивай, сейчас кофе сварю. Спасибо, бабуль. Маня кулинарка. Маня-то да. Понятно, в кого теперь? В кого? Не в ту сторону выкинули. Да какая разница? Почему не в ту? Все нормально, просто я с тобой очень взрослый. Со мной все хорошо, просто я с тобой как дыша. Я ночью не буду поза, как играть, все нормально. Просто стало короче модно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один сам по себе. Друзья, которым ты можешь позвонить в 8:30 утра и сказать: «Алло, алло, приезжай срочно!» Твое лицо не очень радостное. Вать, как дела? Выспался? Да. Да? Очень. Мы тут Хонду переобуваем. Готовим крошку к невероятному путешествию. Может быть, это поезд, да? Нет. Ну а раз Сосочка у нас уезжает в Питер, самое время просить автомобили друзей, чтобы поездить здесь на чем-то неделю. Как вы бы поступили в моей ситуации, а? Вот я даже не знаю. Ну чего, выбор сделан, и он немножко неочевиден. Ну, привет. То я спешу вас предостеречь от этого. Если вы летите в Сочи, бронируйте отель заранее. А то Манечка решила, ща я на месте разберусь, и почти все занято. Поэтому мы тут сидим с классным видом и ищем отель. Так что по кольцевым трех дням, в кои-то веки у нас хорошая погода. Так, Эсочка, фланкер тут приехал. Выглядит он очень плохо. Ну что, я ехала и наконец приехала. Все догадываются, да, чем я решила заниматься? Раз ГТ-3 меня не убил? Попробуем вспомнить, что такое кататься на доске. Даже шлем выдали. Можно, кстати, взять в прокат всего. Ну что, аминь, ёпта. Если вечером не будет до связи, значит, мне. Thank you.
Короче, отчитываюсь. Я жива, ни разу не шлепнулась. Я нашла жилье. Как видите, я уже даже в кровати. Все отлично. Это был великолепный день. И спасибо, что вы провели его вместе со мной. До завтра.